В этом ролике мы попали в лабиринт. В очень большой лабиринт. Доброе, мы как выбираться-то будем? Где мы? Мы падаем в лифте. В лифте каком-то. Мы не падаем, мы поднимаемся. Все, застряли? Диспетчер где? Как вызвать? Опа. Стой! Мы в лабиринте, это был не сон. Кроватка есть даже. О, сундуки какие-то. Ну-ка, что у нас тут? Опа-на! Печенки! Револьвер и крашеный нагрудник. Опа, патроны и печенки. Сундучки подсвечены. Оп, патронки, да. Бери, ты взял? Вау! Ты свои уже патроны взял? Конечно. У тебя сколько патрон? Тут просто еще один стак лежит. Два стака у меня. А, все, я беру тоже тогда. О. Ну что получается, пойдем проходить? Слушай, а может тогда не пойдем туда, там... Там же эти, ну те самые, ну медведи огромные. Какие медведи, ты что несешь вообще? Ну медведи, которые нас сожрали. Ну не сон приснился, ну меня, тебя. Да ладно, пойдем, у нас пистолеты, какая разница. Ну пойдем, ладно. Ой, тут это, видимо, поделка из пластилина. Папье-маше какое-то. Что это за звук был? Что это? Добрый. Че? Тут срез есть, кабанчик. Срез? А, погнали. Да, уже ночь наступила, и почему-то двери закрылись какие-то. Кабанчик, осторожно, тут может быть... Кто-нибудь есть. Вот пока мы весь день шли, никого не было. Тихо! Это что такое? Может, человек помочь надо? А, кабанчик! Ты что за тварь была? Это тот медведь из сна. Подожди, я не хочу дальше идти. Добрый, у нас нет выбора. Двери уже закрылись, помнишь? Добрый, тихо, аккуратно. Тихо, тихо, сам-то куда бежишь? Погоди, смотри, тут, кстати, эти. Может, можно просто сверху подняться, а? Давай, конечно. Не, я не могу, нельзя. Ты что такой наивный, серьезно? Невидимая сила останавливает меня. Господи! Так что жизнь спас. Еще один, еще один. Добренький, аккуратненько. Так, подожди, а может они не смогут забираться сюда? Кстати, можешь сверху на них идет. Как думаешь, выход скоро? Я думаю, мы вообще назад-то путь даже не проложили, да? Нет, добрый, смотри. О, господи, кабан, ты видишь это? Господи Иисусе, что это за твари такие? Откуда? Где мы вообще? Какие-то медведи рваные, я не знаю, но в каком-то лабиринте. Я, ну, сон вещи приснился. Я вчера желудей объелся, и мне плохо стало. Я в лес побежал, и сюда прибежал, и все. Что ты несешь? Мне кажется, мы кругами ходим, кабанчик. Ну, сейчас мы обратно возвращаемся, потому что там тупик был. А! Они уже набежали. Нет! Нет! Какой у тебя план вообще есть? Может, поговорим с ними? Поговорим, думаешь, но... Хайп! Нет! Даже умереть нормально не дают, сюда меня телепортируют к тебе. Вообще ужас какой-то. В меня не стреляй. Ты так сильно-то не бегай, подожди, аккуратней. О, нет, кабанчик. У тебя еще много патронов? Ну так. О, господи, че он такой быстрый? Их очень много, добрый. Я предлагаю просто бежать. Нет, все, я побежал, ну нафиг. Нет! Так, я их видел, кабанчик. Аккуратненько! Куда столько-то? Это, надеюсь, последние были. Нет, не последние! Убегай! Хорошо, что у них пистолетов нету. Не, были бы у них пистолеты, конечно, мы бы и в лабиринт не вошли бы, я думаю. О, господи. Да ё-моё! Сильно-то не при напролом. Ну так-то да, на самом деле, ты прав. А что такое? Погоди, они умеют ползать. Погоди, он залез, он по ляне залез, вот он. О, реально! То есть даже ляна теперь нас не спасут. Не, не спасут, если не хотят, они залезут. Да ё-моё! Не-не, мы походу не пройдем это, подожди, у меня просто патроны уже кончаются. Добрый, пора пацанам почитать потери. О, все. Все. Нет, я все. Нет. Аккуратненько. Так. О, сундук, смотри. О, добрый. Че? Уже не нужны пистолеты. Есть винтовки. Отлично. Кайфарик вообще. Добрый. Добрый визор появился. Че? Уходи. Аккуратненько. Так, сейчас он, может, сюда выйдет. Мы из-за укрытия его бахнем. Я предлагаю быстрому туда перебежать, на ту сторону. Я погнал. Опа! Где он вообще? Улетел, может, куда-то? Где-то что-то взрывает там. Где? Эй, визор. Алло. Ну, где-то там. Он перелетел. Добрый, нам нужно обязательно его убить. Погнали. Где-то здесь. Добрый, он прямо тут. О. Вот он. Кабанчик, держись. Беги. Добрый, меня сейчас убьет. А, уже не убьет. Я сдох. Хай, Боров. Тут была звездочка, где она? Если ты хочешь звездочку. Добрый, эта звездочка нам пригодится очень сильно. Погнали. Но с него выпало кое-что поинтереснее. Чего? А вот все, теперь у тебя звездочка есть. У меня зато и будет вот эта вот штука. Добрый, откуда у тебя БФГшка? Так, интересно, а что эта штука может делать? Хотя я знаю, что это даже БФГшка нашу любимую. Ну-ка. Что она слабо, даже Лиану не смогла сломать. Че за фигня? Че это за бронированные стены? О, не-не-не, нормально, можно.
О, господи. Не упади, главное. Да ладно, не упаду я. Чего там, кто-то был? Да-да-да, ты еще этого убил, кабана. А я не убил, господи, кто это? Это что? Я не знаю. Какой-то босс. Это был босс какой-то. Он тут на шестах крутился. Балерина, блин. Фига себе. Слушай, может, есть еще такие? С него выпала картошка. Боссы, визоры. Че это за жесть вообще? Так, подожди. Может, тут можно залезть? Давай стены ломай, будем искать этот выход. Стены ломать? Ну, давай. Опа. Добрый, это что? Откровенно, пойдем. По следу крови идем. Так, вот тут она еще идет. Странное место какое-то. Добрый. Это стена, которая ночью закрывается только. Ломай ее. Вот это она, да, ломай. Ломай, добрый, не стесняйся. Ну давай же ломай, ну. Что ты как девочка-то? Смотри, куда мы вышли. В начало пришли. Тут так красиво. Я перестаю дышать. Это ложный рай. Тут не так уж и красиво. О, фига ты открыл, добрый. Ну-ка, сломай вот это вот еще. Я пожелаю чимичанга. Короче, будем идти просто вперед. Давай, куда-нибудь да выйдем. Во-во-во, хорош, ты уже прицелился, погнали. Куда убежал-то? Кабаны, блин. Погоди! Я в ловушку наступил, я сдох. Чё? Я в ловушку наступил, и меня просто сожгло. Стой, тихо, аккуратно здесь, аккуратно, вот видишь? Подожди, стой! Опять наступил! Убегай! Капец, добрый, вообще лабиринт полон, конечно, сюрпризов. Физеры какие-то, кабаны летающие, там вообще непонятно. Слушай, мы, походу, идем правильно, потому что такого раньше не было. До этого были какие-то уроды, а теперь какие-то испытания, наконец-то. Смотри-ка, стена волосатая, у тебя спина такая же. Добрый, это ложный тупик, ломай его. Давай, покажи ему, у кого самый большой банан тут, давай. Во, нормально, добрый, это все правильно идем. Во, все, отлично. Отлично. Посмотри, какая комната огромная. Че тут босс должен быть? Тихо. Ломай вот эту стену. Стену ломай. Вот эту волосатую. Ё-моё, добрый, это слишком большой бум был. Переборщил, чутка, согласен. Ну, лабиринт, я чувствую, расширился. О, слушай, пошли туда. Вот здесь можно пройти, я чувствую, прямо мы идем уже на выход, добрый. Еще один босс, добрый, помоги. Все. У него башка ползает, помоги! Господи, какой живучий! МФГшка даже не берет кабан, уходим! Не, выход рядом, раз уж такие верблюды спавнятся. Покажи им, что такое рэп. Хорош. Будем просто по кругу лабиринта идти, и мы в конце концов найдем выход. Там, смотри, там какой-то кран. Давай, сломай его, он вообще не нужен как бы тут. Я считаю, зря О, нормально. Добрый, ты нашел секретный проход. О, смотри, уже конец. Наш конец с тобой. Я надеюсь, у тебя остались патроны. Давай, покажи им. Добрый, покажи им. Хорош. Лабиринт превратился в легкость какую-то, я не знаю. Подожди. Меня ведет чувство справедливости. Вот здесь стена хрупкая, мне кажется, надо сломать. Ты другую нашел? Кстати, хорош, добрый, мы опять вышли на кружок. Интересно, что нас ждет в конце? Наверное, какой-нибудь сладкий подарок там. Подписка, лайк, какой-нибудь сладенький комментарий. Да, давай, добренький. Наша любимая подписочка, да? Ох ты, какая большая подписка. Звездочка, веди и приведи. Кстати, да, вот, ребята, в начале у нас были какие-то плюшевые игрушки-монстры. Напишите в комментариях, какая у вас была плюшевая игрушка. У меня, например, был плюшевый кабан. А у меня плюшевых игрушек не было, я играл деревянными солдатиками. Играл в луже. У меня в детстве была только грязь из игр. Я стрелял снеговичков летом. Так, добрый, вот эту ломай тоже. Мне кажется, вот таким путем, типа вот по кругу бежишь, ну и к концу прибежишь. Так, давай сноси ее тогда. Может здесь, да, интересная такая. Ну-ка. Ну слушай, мне кажется, это уже выход. Опа. Что, она не ломается, что ли? Добрый. Отойди. Не ломается, что ли? Там еще зомби, ломай, убивай. Так, патрончики, отлично, у меня как раз там заканчиваются. Добрый, давай иди сюда быстрей. Да я здесь уже. Заряди туда самый большой снаряд свой. Туда прямо? Да, прямо. Ты уверен? Да. Мы можем там не пройти. Да пройдем, давай. Да не надо, наверное. Ну как хочешь. Так, смотри, какие-то буквы. Что-то их много. ВККД. Да, написано, подпишись на канал. Так, давай, ты справа, я слева пойду. Надеюсь, в моей стране их будет меньше. У тебя сколько штук? Я 4 только встретил. Все, это что, конец? Смотри, двери железные, и больше никого нету. Погоди, это что такое? Подожди. Блин, нельзя сломать. Ладно, нормально, погнали. О, добрый, свет в конце тоннеля, смотри. Только не стреляй. Наконец-то. О, вертолет. Стой, ты что делаешь? Добрые, звуки какие-то странные слышу. Ты останешься здесь. Ты зачем наш вертолет взорвал? Добрый, это был наш вертолет. А он не работал.